Это канал Мини-трактор. Я, как и обещал, в поле сейчас вместе с вами испытываем технику на прочность. Ну, точнее, мы испытываем ее в работе. Мы выбрали максимально херовую площадку, которой никто не занимался. Видите, какие там бурены везде. Вот это мы будем косить, а не какую-то там травку, газончик. И вот по такой земле вообще убитой, которой никто ничего не делал, мы орали. Сейчас, в общем, видео по фрезеровка мини-трактором, ДТЗ-шечкой. А сейчас покажу сам тракторец, и, собственно говоря, мы уже готовим навеску, чтобы сейчас вот тоже испытать, как он будет реально фрезеровать ДТЗ. Тоже многие люди говорили, что да, ДТЗ трактор не вот, маленькие вот эти 160-ки на ремнях не фрезерует. Сейчас посмотрим. А я хочу напомнить, что с 15 сентября по 15 октября компания Мини-трактор и наш YouTube-канал проводит новую грандиозную акцию. Мы дарим сертификат на 15 тысяч гривен на любое навесное оборудование при покупке, при совершении любой покупки в нашем интернет-магазине, на нашем сайте. Друзья, переходите по ссылке внизу на сайт, любой товар, будь то трактор, будь то покупаете вы там навеску, и автоматически вы получаете хороший, очень хороший шанс выиграть сертификат на 15 тысяч на покупку любого оборудования, либо же забрать эти деньги наличкой. Друзья, Минитрактор.ука, думаем о вас. Вот он, наш красавец. Вот он, ДТЗ-шечка 160, как видно по этой наклейке. Вот. Фреза подцеплена, масло залито, в редуктор все хорошо. Вообще никаких моментов, никаких, ничего, настроек еще не проводилось. Просто прицепили, родная, как было, и все. Сейчас будем пробовать, как она покажет себя. Это 160-ка на 15 лошадиных сил. А вот как выглядит его шилдик. Вот, видели неоднократно у меня на обзорах этот аппарат. 15-сильный, с блокировкой, естественно, вот с такой коробкой. ДТЗ-шечка, очень просто в работе. Поездил, он мне понравился. Сейчас посмотрим, как он будет с работой справляться. 60-й, неплохой. Ничего не рассказываем. Сразу показываем. Сразу. Очень важный момент. Сначала все промахали. Если мы не промахали, пробуем. Единственное, что остается по середочке, вот такой вот от редуктора, вот, соответственно, там, где не хватает ножей посредине редуктора, такая полоса, одна. Но так все равно потом нам не надо будет делать рядки, поэтому, в принципе, это, я думаю, роли не играет. И вот, как результат, два прохода у нас уже есть. В общем, суть в чем видео, да, много мы уже чего с навесного испытали, ну не так-то много, это была косилка, это был пух, а вон он там на Булате, на 22-м. Самое прикольное, приятное, что реально есть, это фрезеровка. Если грамотно все делать, если по пропаханному, соответственно, работать проходиться, если делать на пониженной, как положено, подготовить грунт, то земля у нас как бы не самая простая, но тем не менее, песок, глина, что-то такое непонятное. ДТЗ-шечка 160, вот та самая, с фрезой 1,20 м, самый простой, который называют галимой фрезой, самый вот центральным редуктором, вот в этой. Тем не менее, выполняю все абсолютно, абсолютно прекрасно. Видим, все перебито. А вот, то есть со всех задач, которые мы пробовали делать этими тракторами, фрезеровка самый простой. Самый легкий. Вот мы повесили фрезу.
повесили внизу и все. И больше никаких настроек, регулировок, только солить нормальное масло, все. И в 4 захода мы вот такой участочек бахнули. Буквально вот пока я снимал за 10 минут. Друзья, фрезеровка мототрактором на самом деле ничего сложного вообще. Если там с другими навесными, я повторюсь, с плугами и т.д. у нас были моменты, тут просто подцепили, прицепили, масло залили, все. Вот тут участок сделан. Остается каемочка, но то херня. ДТЗ-шка 160, канал мини-трактор, будем показывать больше. В деле видели, что все работает, все крутится и фрезерует, трактор не буксует. Трактор ее тянет, ничего не сыпется, по крайней мере сейчас. И надеемся, что в дальнейших испытаниях, которые будут по шифингам, по дентфенгам, по ДТЗ-шкам, по всем моделям, мы сможем вам показать максимум возможностей тракторов в работе. С вами был канал Мини-Трактор, ссылка, где можно приобрести новую технику у нас внизу в описании, там же номера телефонов. Всем счастливо, всем удачи, до скорого.